Здравствуйте, меня зовут Александр Крас. А меня Рами Шамас. У нас действующие бизнесы, и мы решили сделать проект по яхтам. Наш сервис позволяет быстро арендовать яхту в любой точке мира. В нашей базе порядка 10 тысяч уникальных транспортных средств. Но мы хотим довести их число до 100 тысяч. Следующий слайд, пожалуйста. Прошу. Спасибо. Наш сервис позволяет буквально за 7 простых ответов подобрать яхту вашей мечты. Мы Uber для яхт. Позволяем быстро и удобно подобрать яхту. Мы оцениваем рынок Европы порядка 8 миллиардов евро, на которых мы планируем активно участвовать. Наши конкуренты устарели, на рынке стагнация. Мы, как Илон Маск в Голубом океане, предлагаем погрузиться вместе с нами в мир яхтинга. Мы классные. Очень. Ну, конечно, это шутка, но не совсем. Дело в том, что наш сервис быстро и действительно недорого по доступной цене позволяет арендовать яхту за счет того, что мы очень активно используем автоматизацию, чего не делают наши конкуренты. Наша бизнес-модель позволяет зарабатывать непосредственно с владельцев яхт. За аренду мы берем комиссию 10%, а за продажу 2%. Но кроме этого у нас есть супер-апселлы, такие как проведение мероприятий на яхте, различных тимбилдингов и покерные турниры на Средиземном море, в нейтральных зонах. Последнее мне нравится больше всего. Мы заработали 1,4 миллиона рублей за последние 90 дней. Это только первые продажи, мы проверяли много гипотез, и теперь мы готовы двигаться дальше. Нам нужно всего лишь 150 тысяч долларов для старта и 1 миллион долларов в конце года для дальнейшей экспансии. Хочу рассказать о нашей компании. У нас порядка 14 программистов, 6 менеджеров. Но это не самое главное, так как среди наших клиентов есть такие, как Альфа-банк, Минобороны, Adidas, ВГДРК, Skyeng и много других крупных компаний. Мы умеем делать бизнес с нуля. Значит, вы можете зайти на наш сайт portyacht.ru, пройти этапы нашего бота, и после этого получить подарок. Акция действует до 20 февраля 2020 года. И хотел бы я вас призвать к самому главному, чтобы вы заказывали яхты через нас сервис, потому что это развивает российские инновации. Спасибо за внимание.